После регулировки второго двигателя Дербент покрыл расстояние до Астраханского рейда за 13 часов. Но на рейде произошла неожиданная заминка. К приходу судна буксир привел только 2 баржи, 3-я вышла из строя. В радиорубке Володя Макаров тщетно надрывал голосовые связки, вызывая рейдового диспетчера. Послали за запасными в Астрахань. Следовал поминутно однообразный, бесстрастный ответ, вызывавший у радиста припадки бессильного бешенства. Налитые баржи уходили на север. Штурман Касацкий, наскучив ожиданием, пошел разыскивать капитана. Вообразите, на этот раз мы сэкономили 5 часов пути. Надо бы козырнуть перед пароходством, ей-богу. Не худо бы радиограмму послать пароходству. Скажем хоть так. На основе соцсоревнований и ударничества... Оставьте. Стыдно, Олег Сергеевич. Душа моя, да ведь это чистая правда. Почему же не извлечь из этого пользу? Давно ли мы нервничали от того, что мы на плохом счету? А теперь оставьте. Впрочем, как хотите. Я не хочу никого дурачить. И довольно с меня этих телеграмм. Соревнование только началось, и мы с вами тут ни при чем, поймите. Мне не приходило в голову, что вы можете так истолковать все эти пустяки. Может быть, я пересолил немного, стараясь изобразить дело в лучшем свете. В управлении пароходства сильно обеспокоены неудачным началом навигации. Кого-то из капитанов уже сняли с работы, я слышал. Я бы не хотел другого командира, скажу вам откровенно. Вы говорите... Сняли с работы? Мне как-то больно подумать, что вас могли бы. Честный служака, почтенный человек. У меня к вам особое бережное чувство есть, скажу откровенно. Милый мой, да разве я не вижу? Поверьте, я очень ценю ваши отношения. Но меня беспокоят все эти отписки. Как будто мы уж слишком злоупотребляем ими за последнее время. Ведь если говорить по совести, мы сами виноваты во многом. Вот на мель садимся у причалов. Ну, кто же виноват? Да. Да что говорить? Да, я согласен. У кого не бывает промахов. Но сейчас как будто намечается перелом. Старший механик не пустил свободных людей на берег и перебрал двигатели. Он не имел права лишать людей отдыха, но на это надо закрывать глаза. Он мне докладывал. И, наверное, смотрел на вас волком. Дескать, презираю вас, но вынужден разговаривать. Не нужно обращать на это внимание, он человек со странностями. Правда, мне кажется, что сейчас у наших людей новое, осмысленное выражение появилось на лицах. Так вы думаете, что наступил перелом? Несомненно. И надо сделать все возможное, чтобы развить успех. Многое зависит от береговых организаций. У диспетчеров есть свои любимцы, вроде Агамали. Образцовое судно получает все в первую очередь. Значит, надо создать Дербенту репутацию образцового судна. Если послать пароходству телеграмму, как я сказал. Ну что же, я не против. Давайте составим. Напишем коротко и достойно. На основе соцсоревнований и ударничества нам удалось повысить коммерческую скорость. Так будет искренне, без всякой назойливости. Хорошо. Так будет действительно вполне достойно. И еще одно. Кто-то предложил ликвидировать 4-кратный запас горючего для дизелей. Басов считает, что если убрать с танкера лишнее горючее и разный хлам, то можно увеличить полезную грузоподъемность судна на 350 тонн. Хорошо придумано. Я хотел вас предупредить, чтобы вы не вздумали противиться. Позвольте. Вы хотите убрать запас горючего? Оставить только на 1 рейс, Евгений Степанович. Да как это, помилуйте? Ну, так я и знал. Скажите лучше, зачем мы возим 4-кратный запас? На всякий случай. Мало ли зачем. Все так делают. Рейсового запаса более чем достаточно даже при штормовой погоде. А 350 тонн за рейс – это составит в месяц 3000, а за навигацию – около 20000 сверхплана. Дело ясное. А не опасно? Безусловно, опасно. рискуете получить премию и благодарность. Ну, договорились? Пожалуй. Басов говорит, что можно значительно перевыполнить план, если мобилизовать все скрытые средства. Похоже, что он прав. Во всяком случае, он уже откопал одно средство. И, пожалуй, сделает большую карьеру этот невзрачный чудак. Вот увидите. Во время обеда вахтенный матрос Карпушин появился в дверях столовой. Агамали идет! Ох, как красиво идет, товарищи! Несколько человек побросали ложки и вилки. Другие заторопились, обжигаясь горячим борщом. На проходном мостике и на спардеке Дербента собралась вся свободная от вахты команда. От того, что суда шли навстречу друг другу, и расстояние между ними быстро таяло, казалось, что Агамали движется со скоростью канонерской лодки. Штурман Алявдин присоединился к матросам, наблюдавшим с мостика за приближением теплохода. Он старался придать себе небрежный и скучающий вид, но глаза его беспокойно блестели. «Вы бы с ними связались, Володя», — сказал он радисту. Интересно узнать, какая у них скорость. Так удобно ли, усомнился Володя. Отчего же нет? Ведь мы соревнуемся с ними. Суда поравнялись, и наблюдающим с мостика открылась палуба Агамали и спардек, вдоль перил которого неподвижно стояли люди. Неожиданно флаг на корме теплохода дрогнул и скользнул вниз по флагштоку. Толпа на мостике одобрительно загудела. Карпушин торжествовал. Ишь, приспустили! За людей нас считать стали. Надо ответить! Он посмотрел на Алявдина, и тот кивнул. Карпушин побежал на корму. С теплохода замахали фуражками. Он уже удалился, заволакиваясь серым дымом. Володя вышел из рубки и подошел к Алявдину. 12 узлов, сказал он разочарованно. Это их прежняя скорость под грузом. Я думал, они достигли чего-нибудь за это время. Оказывается, они успокоились. Вчера мы делали 12,5, заметил Алявдин озабоченно. Теперь же порожнем мы идем со скоростью 13 узлов. Честное слово, похоже, что мы поведем навигацию. Послушайте, Володя, вы вот там что-то делаете, стараетесь наладить дело, и кое-чего вы уже добились. Но в навигации вы ничего не смыслите. А в самом кораблевождении тоже есть скрытые возможности. В частности, у меня явилась неплохая идея. Послушайте, дело в том, что на пути к Астраханскому рейду мы минуем остров Жилой, оставляя его слева. При этом мы даем большого крюку, потому что прямая трасса лежит по ту сторону острова. Но там мелко, и при осадке в 20 футов никак не пройти. Однако, когда мы идем обратно без груза, осадка у нас всего 6 футов, если погода тихая и в трюмах нет балласта. И все-таки мы идем по внешней стороне и делаем крюк, теряем на это минут 40, не меньше, а глубина в проливе 7 футов минимум. Вполне можно пройти, если идти порожнем и без балласта. Экономия во времени 40 минут. Вот вам скрытая возможность, закончил штурман торжествующе. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Вечером команда слушала в красном уголке радио. Там был Котельников, были и Проценко, и Гусейн. Они выслушали Володю без всякого оживления. Когда мы начинали, он руки в карманах держал, а теперь, когда без него пошло, лезет в драку, засучил рукава. Ему только бы фасон давить, а для нас это дело чести. Басов вошел и подсел к компании. Стал рассказывать о предложении Алявдина. Послать бы его подальше. Кого это? Штурмана. Пускай не лезет. Вы с ума сошли. Человек дело предлагает, а вы рычите. Обязательно надо обсудить. Алявдин штурман, ему виднее. Посоветуемся с капитаном, рассмотрим трассу, подумаем. Да что вам так не понравилось? Я в толк не возьму. Да у тебя ж чутья нету, Басов. Ну не видишь разве, что это за птица. Он подсмеивался над нами, когда мы брались за дело. А теперь он собирается нашуметь и выскочить вперед. Все это какие-то дрязги. Дрязги. Здесь все свои. Я не хуже вас знаю Алявдина. Но он штурман. И пока он на судне, никто не вправе мешать ему принять участие в работе коллектива. Ладно. О чем разговор? Спасибо скажем, если поможет. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает. А волнами бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Перед последней вахтой Басов поднялся на штурманский мостик, чтобы рассмотреть трассу по карте. Он посмотрел вверх на черное небо, усыпанное блестящим звездным песком, прошел по мостику и обогнул рубку. Возле запасного компаса, нагнувшись над циферблатом, стоял матрос Карпушин. Он записывал и был так поглощен этим, что не расслышал шагов Басова. Компас изучаете? А, да. Дело серьезное. Ой, нет, я не изучаю. Я слежу за курсом. Только вы тише, пожалуйста. Не надо, чтобы он слышал. Кто? Ну, вахтенный рулевой. Вы следите за курсом? Сейчас я вам все объясню. Вот, видите, сейчас судно рыскнуло на 3 градуса. Так. Это он закуривал. Рулевой. Я уже исписал 4 страницы. Здесь есть и большие отклонения, в 5 градусов и больше. Если проложить на карте путь судна, получится извилистая линия. Вот я второй день слежу за курсом. И эти отклонения здорово уменьшают скорость. Ну еще бы не уменьшают. Вот вы увеличили мощность двигателей, но это все без толку, пока рулевые будут работать грязно. Я заметил это на своей вахте, когда стоял за рулем. Сегодня я отстоял вахту за рулем и добился самых малых отклонений на полградуса, но не больше. А вот теперь записываю работу других рулевых, а завтра покажу им, как они ведут судно, ведь стыд какой. Так, а у вас в порядке ваши записи? В полном порядке, что вы, я даже записывал время, когда наблюдались отклонения. Хорошо, тогда мы составим график их работы и соберем команду для обсуждения. Это большая, большая скрытая возможность. Вы правы. Верно? Да. Значит, мы их подтянем, Александр Иванович. О, опять рыскнул на 2,5. Ну, смотрите сами. Вижу, вижу. Я только мешаю вам своими расспросами. Пойду я. Вот еще одно открытие. С радостным удивлением думал Басов о разговоре с матросом. И такое простое, понятное каждому, кто знает, что прямая линия короче кривой. Об отклонениях от курса знали штурманы и капитаны, и мотористы, а открытие это делает рулевой у штурвала. На общем собрании команды Дербента был утвержден план первого стахановского рейса. Не обошлось и без столкновений, как всегда. Матрос Карпушин разложил на столе лист бумаги, на котором была проведена карандашом волнистая линия, и рассказал о своих наблюдениях у запасного компаса. Вокруг засмеялись, и все заговорили разом. «Это знаете, на что похоже?» — начал Котельников серьезно. «Петр да Иван волокут шурбан. Петр надрывается, спину ломит, а Иван пыхтит да щеки надувает». «Это все враки, товарищи», — раздались угрюмые голоса. «Он сам спит у штурвала. У него тоже судно рыскает». «Нет, не враки». Гусейн дернул щекой и поднял броском со скамьи свое тяжелое тело. «Кто это сказал? А ну, покажись!» «Спокойно, ребята. Где вы находитесь? Карпушин говорит дело. Рулевым надо подтянуться и не смазывать достижения команды. Будем контролировать их первое время». «Правильно, под контроль их». Пришел капитан. В дверях появился Касацкий. Последним вошел Басов. Он был очень грязен и выглядел усталым. От налета копоти на веках казалось, что глаза его провалились в орбиты, и это придавало ему мрачный, угрожающий вид. «Подготовили все к ремонту топливного насоса. Это последнее, что осталось. Как насчет новой трассы? Вы там обсудили треугольником. Почему же молчите?» Капитан Кутасов беспокойно завозился. «Да мы, собственно, так и не пришли к выводу. Как будто глубина пролива достаточно для прохождения с осадкой в 7 футов, то есть без груза. Но, с другой стороны, эта трасса настолько мало изучена. Как вы думаете, Олег Сергеевич?» «Я не был на треугольнике. Но я уже вам сказал свое мнение. Проход возможен». «Знаю, что возможен. Да ведь ответственность-то большая. Другие остерегаются, а мы полезем. Значит, опасно, если остерегаются так ходить? Ведь опасно?» «Ну, опасно это слишком. Риск есть небольшой, это верно». «Ну, вот видите, риск есть. Ну, как же можно?» «Да не просить же капитана Агамали, чтобы он проложил нам трассу. Я хотел сказать, что следует пойти на риск, если это разумно и представляется целесообразным. В проливе мы сэкономим около часа. Это составит по трассе примерно 100 000 тонн на миль за рейс. Если учесть при этом, что мы открываем дорогу другим». Капитан пригорюнился, подпирая щеку пухлой ладонью. Как всегда, ему было тяжело от того, что его уговаривали, и ему очень хотелось покончить с этим и согласиться. Но в то же время его пугала ответственность, которой можно было и не брать на себя. «Так. Хорошо. Быть посему». Весть о стахановском рейсе облетела все закоулки порта. Танкер «Дербент» ушел в море, и о нем ничего не было слышно до утра. В 6 часов он откликнулся на вызов по радио, когда начальник эксплуатации пароходства запрашивал о скорости. Но радист Тарумов записал в журнал невиданную цифру – 14 узлов. Это было что-то уж слишком много и походило на ошибку. Из пароходства звонили, торопили с ответом. Тарумов решил проверить и вызвал Дербент вторично. Он пропустил время для передачи метеосводки, и на столе его накопился ворох неотправленных телеграмм. Он работал ключом до тех пор, пока не просвистало в ответ хриплое тональное радио. Все в порядке, скорость 14,5, и после короткой паузы отрывистая, как ругательство, звонкая дробь. 99. Радист захохотал и сбросил наушники. На международном языке радиолюбителей эта цифра означала «пошел к черту». Володька Макаров хулиганил от радости или взаправду сердился на частые вызовы. Ты понимаешь, Муся, они перекрыли все прежние скорости. Агамали делает с грузом 12, и это считается хорошим ходом. Да что они, чудесники, что ли? Подождем радоваться. Они еще не пришли на рейд. Скорость большая, конечно, но надо еще суметь закрепить достижения. До сих пор они вечно отставали. Но вскоре позвонили из редакции «Большевика Каспия». Справлялись о скорости Дербента. Муся говорила в трубку небрежным тоном. Последние сведения. Скорость 14,5. Не верите? Тогда вам придется зайти на радиоцентр, чтобы убедиться. Да-да, поздравляем. Только бы их не задержали на рейде. Мы будем извещать вас каждый раз, как будет что-нибудь новое. В 8 часов Тарумова и Белецкую сменили. Они шли вместе до перекрестка, как всегда. Он держал Мусю под руку, и оба они молчали, не стесняясь этого молчания, как люди, давно привыкшие друг к другу. Внезапно Муся спросила. Вероятно, о Дербенте напишут в газетах? Как ты думаешь? Обязательно. А портреты? Чьи портреты? Ну, их, стахановцев. Так ведь их 45 человек. Лучших людей, вероятно, заснимут. Ну, не всех же. Посмотреть, какие они. Да. Ну, прощай, Арсен. Прощай. Что-то ты какая-то чудная. У тебя глаза сделались большими. Смотри, не попади под трамвай. Днем на радиостанции дежурила другая смена. И, явившись вечером на вахту, Тарумов посмотрел журнал. Никаких записей о ходе стахановского рейса не было. Прибытие Дербента ожидали после 12 часов дня, но уже в 8 часов радист услышал его позывные. Находимся на траверзе острова Жилова. Будем через 2 часа. Сообщите пристань погрузки. Как это может быть, удивился дежурный. Ведь если они сейчас на траверзе Жилова, то им остается хода часа 3, не меньше. Может быть, радист напутал? Звоните в диспетчерскую. Никто не напутал, все верно. Да не может этого быть. Я сам плавал, я знаю, раздалось в трубке. Ты не знаком с их новой трассой. Они идут другой стороной острова, проливом. Этот путь много короче. Да и там мелко. А-ха-ха. Глубина 8 футов. Они идут порожнем, без балласта. Кроме того, они освободились от ненужных грузов и уменьшили осадку. Они все рассчитали, не беспокойся. О, молодцы. Недаром о них столько говорят в порту. Муся, молча кусая губы, слушала этот разговор. Она притихла с утра, и на нее не обращали внимания. Неожиданно она сказала Тарумову делано небрежно. На пристани, вероятно, будет много посторонних. Что, если пойти посмотреть? Пожалуй, я тебя провожу. Мне хочется прогуляться. Такой славный вечер. Они шли по шоссе к нефтегавани. Муся машинально перебирала его пальцы, прижималась к нему плечом и молчала. Тарумов рассуждал вслух. Что такое стахановский метод? Рационализация, разумная организация труда, использование до дна технических средств производства. Ты знаешь, Муся, мне кажется, что этот метод применим везде, где труд оснащен техникой. А почему бы не применить его в системе радиосвязи, а? Вот я даю 100 слишком знаков в минуту и быстро нахожу абонента. Но ведь это же еще не все. Если настроить передатчик и устранить шумовой фон... Как ты думаешь, Муся? Это... он? Он самый. Пойдем скорее. Отсюда хорошо видно. Дальше я не пойду. Тарумов взглянул на нее с удивлением и некоторой надеждой, так как вспомнил, что на Дербенте плавает этот Басов. Так значит, Муся не хочет видеть его. Тарумов вынул часы. Теперь ровно 10. Они проделали этот рейс за 63 часа. Все-таки я сбегаю взглянуть, как они подойдут. Постой здесь, Муся. Белецкая осталась одна.